Всех приветствую, с вами снова Денчик, и сегодня мы поиграем в такую необычную игру. На моем канале вы, наверное, такого еще давно не видели. Короче, игра называется Поезд. Это хоррор. Сейчас попробуем хорроры. Я давно не играл в такие игры, которые пугали. Ну, Resident Evil не в счет, там мне вообще было по барабану. Ладно, погнали. Это я про седьмую часть Резидента, который проходил на канале, который, кстати, никто не смотрел. То есть машинистом не работает. За гранью. Ящики, всяких ванн, парочка инструментов. Двери с полной цепи можно попасть, разбить. Можно попасть. Ну, уже попытаться что-то разбить. А, ну, короче, надо. Двери с полной цепи можно попытаться разбить ее чем-нибудь. Интересно, чем? Тут же инструменты, может, какие-нибудь есть. О! Отмычка! Не понял. А у меня отмычка есть? Есть, по-моему. Стреляет девочка, которая показывает на весь, якобы, с машинистом. Погнали дальше. Зашибись. Пошел сюда. Темно. Пошел сюда. Светло. Странно. Машинист. Ау. Тишина. Опа! Чё сами дверцы закрылись? Нормально тут велосипед ездит сам по себе. Счастье маленького ребенка, казалось бы,
складывается из мелких радостей. Мороженое в жаркий день, подарок под елкой под Новый год. Но ни одна ни из этих мелочей никогда не сможет заменить любовь к Аквамону. Ой, не туда. Нажал, бывает. Прикольно. Пашка. Это был флешбэк, короче. Интересный такой флешбэк. Меня пытаются испугать здесь. Да, угадаю. Тебе надо дать игрушку. Так. Брать тут на какую кнопку-то забыл. А, вот. Там моргать. Что за... На, держи. Что ты орёшь на меня, полудурочная? Держи свой мячик и уходи отсюда. Всё. Так. Вот игрушка дофигища. По-моему, у нашего героя уже развивается каташиза. Раз уж он призраков видит. Да, зашибись, тут надо еще квест пройди, блин. По поезду. Нужно держаться от них подальше. Да конечно. Они же призраки. Ух, карный бабай. Как их ну. Бля. Давай. Ух, пробежал. Лучше запереть эти двери изнутри. Блин, а чьим? У меня же ничего нет. Круто. Меня убили. Что-то мне обратно надо идти. Пусть вот это вот все. Блять. Да! Козлы, а! Взяли, убили. Пять. Блин, я. А может замок надо было подобрать? Ну да, замок надо было подобрать. Тут надо... Пиздец. Да! Говнюк. Да. Я знаю. Да? Не понял. Книга какая-то. Почему-то нельзя. Почему?
Не можем. Я нажимаю на Е. Ау! Странно. Стой. Да не воров. Блин, где? Собственно, ага, тут у нас закрыто. Ничего. Тут проверить нельзя. Нам придется назад возвращаться. Да какого? Вот вам смешно, да, мне нет. Пройди, блин, сквозь невидимых врагов, блин. Жесть. Давай, давай, давай. Пух. Не понял. Я же назад возвращаюсь. Да какого фига? Подожди-ка. Так вот же я назад пришел. Что-то я протупил. Мне нужен замок, чтобы закрыть всю эту фигню. Опять что ли? А назад не вернуться. Интересно. Как же мне тогда их закрыть? А, вот же. О! Забываю это брать. Я протупил. Бывает. Блин, а сейчас опять по новой надо проходить сквозь этих призрачных детей. Ай. Какой геморрой сейчас будет? Это что? Электрощиток. Некоторые контакты нарушены. Заебись, конечно. Блин, тайминги ловить надо. Ай-яй-яй. Больно. Так, запираем. Все, пока. А вот фиг вам, поняли, да? Хрен вы меня теперь бьете. Так, что это? Почему я не могу прочитать эту записку? Эй, я записку прочитать не могу. Кому-то повезло явиться на свет сильным, гордым, соковым. Питаться свежим мясом. Кто-то родился в норе и пожирает лишь падаль. Так, а что там у нас, по идее? Ключ должен быть какой-то. Нет? У нас ничего нет. Открыто.
Закрыто, закрыто, все закрыто. Так, вот тут мы проверили уже. Блин, и тут не пройти. Нет? Где ключ-то? Интересно. Так, это мы уже читали. Где ключ? Интересно. Еще и ключ просрал, что где ключ? Подожди-ка. Нет. Пока я его. Где ключ? Мне же как-то. Опа, даже. А, что, я ключ уже подобрал, что ли? Интересно. Походу сейчас будет семейные разборки. Сука, смотри на меня, когда я с тобой говорю. Да. Я ведь не спрашиваю тебя, где ты шляешься по вечерам. Есть. Семья. Видно. Ну вот, я имею в виду вот фотографии семьи. А это походу мамка с дочкой. А это походу вот отец, сын, мама, дочка. Интересно, мы кто? Мы сын, что ли? За сына играем. Видно, да? Так, проход, походу, вот здесь. Да, может, и нет. Или мы играем за... Я не знаю даже, за кого играем. Казак, тот главный герой, ну, ладно. О, сохранение. Ох. Опа, люди. Хоть кто-то. Да, блин, начальник. Кого не было. Ну, сейчас начнется. Готовьтесь. Началось. Мне нужна... Мне нужен топор. Да, конечно, башка. Иди нахрен отсюда.
это все страшный сон, это фантазия, нельзя смотреть на них. Так я и не смотрю. Блин, а где топор или что-то? Пошел нахрен. Пошел нахрен. Топор. На! На! Блядь, я топором же хреничил. Какого хрена? Дебил. Взяли, убили. На нахрен. Получай, блядь. На нахрен. Где еще? На нахрен. Да какого хрена? Меня убили, блядь. Да-да-да, поржите, держите, держите надо мной. Сколько хотите. На нахуй. На нахуй. На нахрен. Где еще? Что за психоделика тут показывают? Тут очевидно надо бошку поставить. Так. И вторую бошку. Да. Чупок. О, все, нормально, мне хоть дали пройти. Да, кстати, поезд все хуже и хуже, кстати, становится. О, подземный пешеходный переход. Я мочу. Хорошо играешь. Очередное быдло. Это он так ударил? Ну ладно. Бывает. Тусич. Даже название саундтрека есть. Тут пока что по лайту. Дальше не знаю, как будет. Опять мы в этом подземном пешеходном переходе.
куда тут у нас? Они здесь. Кто здесь? Интересно. Тоже может быть. Ебать, там темень непроглядная. Я бы туда не ходил. Но нам очевидно нет. И сюда. Он дальше идет вообще? Нет, дальше не идет. Там походу просто блокиратор. Ну, пути. Ты кто? Ты кто? Какой-то мужик стоит. Вы кто? Пропали. Хуя там кровище. Да, доска. Вот это да, вот это... Кто-то мне, походу, тут не херово. По башке-то дал. Выйти здесь нельзя, да? Как-то тут неуютно. Темно и страшно. Вообще. Ты можешь больше, чем ты думаешь. А, ну да, могу, могу. Статуи великих людей, как говорится. Тяготеть к тому, кто нас же убивает. А, что нас же убивает? Топор. Думаю, он его больше не берет. Не нравится мне тут смех. Вы чё, ёбнутые? Кто там ходил? А, мне топор нужен. Топор, 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 топор. Убери топор. Дядя, возьми топор. Ничего не берет. А, тут же пистолет есть. Все, волына у нас есть. Теперь никто не страшен. Ну, конечно, кроме призраков. Призраков, наверное, стрелять бесполезно. Топор воткнутый. Карчик какие-то. Ты кто? Кто такая? Я что, застрелился? Ну
Опять мы очутились в этом поезде. Да, поезд с каждым разом все хуже и хуже становится. Опять узбек очередной. Так, браток, сумку в зубы и валим отсюда. Очередной криминал, походу. Так, сумка. Сумка. Где сумка? Сумка. Погнали. Что, что ли? Убирайся отсюда к черту! Стой! Надо. Сваливаем. Не надо его убивать. Каждый раз все хуже и хуже, кстати. Ай, больно! Нет. Ай-яй-яй! Да куда подойди? Подойди сюда. Вообще хрень. Блин, и как мне против этой... Как против них пройти? Да блин! Да больно! Жесть! Пошёл нахрен! Идите нахрен! Лапы, блин! Пошли нахрен. Преодолел. А, все равно меня, походу, посадили. Ну, я имею в виду моего главного перса. Посадили все равно. Тебе и грабеж. Чё? До добра это не доводит. Херовее. Ох, нихуя, уже решетка. Я ничего. Сохранение. Все хуже и хуже. Ё-моё. Поезду кабзда М. Опа. Полянка чья-то. Походу кладбище. Хм.
скажете, может... Мы за мужа играем или за какого-то сына? Хрен знает, по-моему, за сына мы играем. У меня есть такое предположение. Фиг знает. Я точно не знаю. Так, кому же нам надо подойти? Вот очевидно, куда нам надо подойти. Еще первый был. Чувства, разрывающие тебя на куски. Чувства, ни с чем не сравнимые. Оборачиваешься назад, а ничего уже не исправить. Ничто не важно. Мы снова в поезде. Тут уже какой-то трэш творится. Еще один флешбэк. Рекламный этот баннер метроисход. Ай, не метроисход, а метро просто. По-моему, у вас слайд даже. По-моему, нам хана. Или нет? Мы еще живы, а вот, по-моему, у нас этот пассажир подох. Попали в аварию. Давай, давай, давай. Может, что еще возможно, его можно спасти. Давай, давай, давай. Блин, машина горит. Тащи его дальше. Че ты, блин, его... Походу, сейчас отключимся. Так. Ёпарасота, это что за... Да. По-моему, у нашего главного героя шиза. На почве того, что он пережил. Ёкарный баба, по стеночке ходим. И сейчас будет скример, да? А я знал. Вода какая-то уже. Капец. Чем, как говорится, дальше влезли, тем
Все хуже и хуже, как говорится. Еще иду вперед. Так. Мне внутрь или куда? Я неправильно пошел, надо обратно. Стрел. Понял. Ну вот, я проник обратно. Иду. Еще я опять помер, что ли? Назад не пойдешь, назад он не идет. Это что было сейчас? Кто это был? Пять назад меня припаркировали. Чё за хрень? Как мне требуется? Я до сих пор понять не могу. Что ли пройти? А, ни хрена себе. Я прошел. Давай. Совсем чуть-чуть осталось. Да.
чел отчаялся, да? Да, походу все. Да. Погряз в этой яме. Еще один флешбэк. За детка играем уже. Он сейчас, сами знаете, что сделает. Под колеса бросит поезд. Совсем отчаялся. Серию считай. Игра не преследует цели оскорбить или унизить кого-либо личность или чьё-либо взгляды, так же как и пропагандирует взгляды личные автора. Автор Сергей Носков. Метро как раз 233. Да, там реклама была, короче, типа эти баня был с метрошкой. Так, прикольно, хоррор 2013 года. Спасибо. И тебе спасибо. Такую замечательную игру. Автор. Все? Можно на escape нажимать? Ну вот, как-то так, вот такая вот игрушка. Как по мне, ну, она такая нагнетающая. Ну, может, она кого-то напугает, но на меня так не повлияла. Но она, да, нагнетает. Ладно. Ну, а с вами был Венчик. Всем хорошего встречи. Всем пока-пока.